Всем привет, новый день. На, дверь закрой. Сейчас прикол расскажу. Вчера, короче, я вышел так с просони и вломился в эту дверь. Вломился, короче, нечаянно в квартиру. Квартира была открыта скоро. Он такой, ой, выхожу. И вот специально для меня повесили вот какие вежливые люди в Москве. Сейчас на манеже башкирская порода лошадей, которая происходит от местных пород степного и лесного типа, формировалась в условиях резко континентального климата при круглогодичном пастбищном содержании. Это очень выносливые лошади. И зимой, и летом они находятся на пастбище. Представители башкирской породы чаще всего бывают саврасы, башастые. Перед нами булано-саврасый жеребец Газис 2011 года, который нам представляет фермерское хозяйство Идии Тулиных. Кобылы башкирской породы обладают высокой молочной продуктивностью. А жеребец, который сейчас перед нами, Газис, был неоднократно участником испытаний верховых качеств башкирских лошадей. Терра Башкирия. Сегодня также башкирские лошади используются и для детского спорта, особенно когда дети начинают выступать на шетландских пони. И такая лошадка может использоваться как переходный вариант к большим лошадям. И диплом награждается КПК Идия Тулина. Переходим к овцеводству. Диплом награждается Кронобор. Медаль награждается крестьянское фермерское хозяйство Идия Тулина, Республика Башкортостан. Медаль награждается... Спокойно. Можно зайти в музей вот отсюда, а выходишь именно вот через такой постаментик. Шашлычком пахнет уже. Обалдеть, оказывается, велики здесь можно было взять, блин. Но там надо стекло, только здесь. Вот. Так, сейчас площадь, говорит, какая-то. Ну, вообще, говорят, музей фантастический, просто нереально красивый. Говорят, прям эффектно все. Сейчас сходим, посмотрим. Смотрите, прикольный этот арка такая, да? Такой цвет классный вообще вот. И храм такого цвета вообще крутого. Вот. Видите, здесь все долго. Танкодром. Смотрите, уже начинается инсталляция такие. Разгромленная деревня. Прикольно. Сюда какой-то. Сейчас остановлюсь. С Катюшкой. Кругом. Так понял, вон оттуда начинается. 1418 дней длилась война. И вот так идешь. По сути, 1418 метров должен быть. Кругу. 2 километра грубо.
придется делать отдельный ролик в музее, потому что все очень большое. Зал первый. Второй. Дорога на новую Ладогу, как говорят, ужасна. Мы любим брать с а не пешком. С детьми и саночками. Падают, умирают. Слушайте, сегодня, ну, так как здесь место такое военное, разговаривать с одним. Звание не помню. Ну, мужик, который буквально неделю назад был на Украине. Он говорит, до сих пор в Херсоне люди там с трехлинейками, говорит, отстреливаются. Что такое трехлинейка? Так. Ну вот, в принципе, она. Вот трехлинейка. Вот. То есть это 40-х годов образец. Это она, наверное, была еще 18-я Елена. Винтовка, ну вот 7,62 на 54, по идее, должен быть патрон. Ну, такая реальность, к сожалению. Ну, Максимка. Пошла. У
меня дед вот с таким ходил. Противотанковые такие нормальные штуки. Это. Нам проще. Так берешь. Опа. Оп. Сейчас офигеете. Сколько сагидзянов было на войне. Видите, да? Башкирская. Тоже башкирская. Все с Башкирской ССР. Сагидзяны. Наш дед вот здесь тоже есть. Ахмедзянов. Кемеровские, опять чечненские. Смотрите, сколько сагидзянов. Ёкарный бабой. Вот. Ну, короче, вернулся к деду. И вот он, мой дед. Это мой дед. Ну, информации очень мало. 39-й, медаль за боевые заслуги, ну, очень мало информации, но фотографии есть, это уже в детстве, я помню. Еще, кого помню, вот, Гайса, есть информации побольше, офицер, лейтенант. Интересно что-то. Любого, короче, можно взять и посмотреть. Чего вот тут? Прикольно. Спасла нас от ударов авиации. В другой раз мы видели порту, где будет высажен десант. Один батальонный медицинский пункт пришлось развернуть в бетонной трубе большого диаметра под железнодорожным полотном. За считанные дни мы потеряли 4 врачей. Оперировать раненых, кроме меня, было некому, и я 3 суток подряд не отходил от операционного стола. Что происходило во время майского штурма Сапун-горы, рассказать невозможно. Это была жесточайшая схватка резня. Мне пришлось оказывать помощь прямо на поле боя на своем бронетранспортере, используя естественные складки и нервы. Очень много, конечно, такой вот информации. Газеты, там, письма. Эти указы, приказы. Видите, каждый день. Если вот каждый день идет. Тут руту, тут и поэтапно. Thank you.
газончик есть. Отстреливаться короткими и эффективными очередями. Разумеется, после всех выстрелов, взрывов, после пожара приехала подмога из гарнизона. Я не знаю точно, сколько их было. Я знаю только, что бой продолжался несколько часов. Будет прикольный, да? Сделано. Плакаты. Еще идти и идти. Интересно, что в любом месте можно выйти. Коннеры. Разведчики Красной Армии. В этот момент детонирует боекомплект и таран был совершен. В данном случае модели танков у нас правильно еще один. Ребята, смотрите, действительно является такой своеобразный фотозон. Как будто настоящий. Стволов, конечно, здесь. Охренеть просто здесь.
Ну, Даян Мурзин. Между прочим, интересно, я сейчас его забил, а про него ничего нету. Для тех, кто не знает, Даян Мурзин, у него подпольная кличка была «Черный генерал». За его голову Гитлер там 40, по-моему, миллионов франков обещал. Я имел честь при жизни общаться с ним. Он был у нас в гостях на хозяйстве. При жизни посещал нашу Сабантуи постоянно. А странно, то есть, ну, вообще крутой боец был. И про него информации нету. Хотя от фотку я даже узнал его. Такая вот история. Вообще музей прикольный. О, конец музея. Все, о, приколюшки всякие. Одежда интересная. Классный музей на самом деле, и вход бесплатный. В общем, кто будет рядом с КВЦ «Патриот», обязательно посетите. Прям прикольно. Ну вот, в принципе, все закончилось. Парк «Патриот» оставляем. Все уже подъехал. Едем в аэропорт Победово. Оттуда рейс. Троллейбус. Ты не сбил меня. Нормально все. Так, что касается света, в помещении вы увидите. Почему? Потому что, оказывается, свет от генераторов работает. Свет мерцал. Поэтому немножко рябение есть. Вот. Ничего страшного, я думаю, не будет. В общем, все. Добрый путь. Мы домой.